В ближайшее время Владимирские коммунальные системы вновь начнут рассылать горожанам 13-е квитанции. Сейчас производятся последние расчеты. Платежки появятся в почтовых ящиках жителей в конце апреля, начале мая. В коммунальных системах говорят, что установка счетчиков тепла и переход на оплату по факту дали положительный результат. В этом году ВКС будет возвращать владимирцам деньги. Если раньше мы больше доначисляли, потом по прошлому году приблизительно было 50 на 50, то сейчас мы 36 миллионов возвращаем и только 11 миллионов доначисляем. Это результат того, что люди устанавливают общедомовые приборы. Первый год они видят, как много, начинают регулировать свою теплоподачу в дом и, соответственно, платить меньше. На сегодняшний день 70% домов в городе оборудованы счетчиками. К концу года ВКС планирует оприборить остальные. Чтобы в 2014 не платить по 13-й квитанции, экономить тепло нужно уже сейчас. Плюс 15 на улице, дома успевают прогреваться. Нужно заставлять управляющие компании, заставлять председателей ТСЖ, старших по домам, не лениться, выходить, прикручивать в бойлерную запорную арматуру, и чтобы тепла поступало меньше. Особенно в тех домах, где есть счетчики общедомовые, чтобы в следующем году опять же 13-я квитанция была в минус.